Хотелось бы вас проинформировать о состоянии дел по наполнению водохранилища, которое вот особенно последние дни в связи с погодными условиями идет активное пополнение прихода вот, воды. За эти дни буквально сегодня пришло 1 800 000, вчера 2 миллиона кубов, позавчера 1,5 миллиона кубов, и на сегодня мы уже имеем в водохранилище 28,5 миллиона кубов. Пополнение продолжается, вода идет, что нам это дает надежду на то, что мы стабильно сможем подготовиться к летнему сезону, наполнить водохранилище в нужных объемах, как минимум 45-47 миллионов для стабильного водоснабжения. Мы вчера проводили, на место выезжали, смотрели состояние дел. И вот даже по картинкам видно, что те, которые кольца, которые мы всегда как бы по ним отмечаем уровень воды в водохранилище, уже наполовину заполнены водой. Мы сегодня почти воду не берем с водохранилища, только лишь на наполнение. Все, что работает по нижним притокам реки, это вся вода идет в водохранилище. Все, что берем, используем водозаборы подземные, используем то, что идет по притокам ниже водохранилища для водоснабжения города. И я уверен, что в этом году тот период, скажем так, маловодья, безводья, он завершился, и мы и будем иметь стабильное наполнение в дальнейшем нашего источника водоснабжения для подачи в летний период и остальной период до конца года жителям города полноценной, хорошей, чистой водой. Сегодня как бы дебет, который как бы есть, здесь мы замеряли буквально к концу года, но вот здесь вот Бага дает на сегодняшний день порядка 15 тысяч кубов в сутки, Босса где-то около 8 тысяч в сутки, Календа как бы до 4 тысяч как бы сегодня она как бы работает. То есть я думаю, что вот с каждым днем он же как бы меняется, исток меняется. Вот на утро исток был 50 сантиметров, вчера он был 75 сантиметров как бы. В зависимости от объема осадков и таяния в горах снега, который там еще как бы есть, идет и уровень движения воды по этим всем притокам. Еще раз говорю, что есть хорошая уверенность в том, что мы наберем нормальное водохранилище и сможем обеспечить жителей водой.